Здравствуйте. Ковыл. Еще смотрел. Вот такой. Поиграли в капитализм и хватит. Я больше не знаю, где другие. Скоро в каждой квартире города Кызыла. Раз снаряд, два снаряд. Будем раздавать эту агитацию, доносить нашу программу, наши программные тезисы. Ну, в общем, будем максимально информировать людей. Мы выходим на агитацию. Вот, я к чему говорю, то, что она проходит все силы и распространяет. Откуда можно брать? Вот здесь уже расфасовано. Ну что, красный агитдесант КЗСУДИС вышел на агитацию. Самый центр республиканской столицы города Кызыла на Арбат. Сегодня ребята пройдут сам Арбат, отработают остановочки, пройдут крытый рынок, центральный рынок. Мы будем доносить программу нашего кандидата Харитонова до каждого жителя города Кызыла, ну и, конечно, всей республики Тыва. Агитационная кампания уже проходит, и в том числе и в других районах. Мы идем вперед и только вперед.